Добрый день, дорогие друзья, зрители. Слушать песню «Не продается хата бочков». Летим МО-140. Летим забирать Толика. Толик. А Толику где-то некая недвижимость досталась. Там Толик хочет продать свой дом. Сейчас посмотрим, что за Толик и где он ее хочет продать. Это у нас улица Социалистическая. На сегодняшний день у нас вот в городе вот такая замечательная погода. Все, включайте песню «Дрозды, не продается хата Батьков» и слушайте ее. Сейчас на сцену будут гости из Беларуси, Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды». Он по Лахову поехал, наш белорусский артист. Молодец. Да. Я в интернете забил слушать песню «Не продается». Здорово, Сергей, Денис. Что у тебя там, дом, если что, остался от кого или что? Да, ну там бац, умер, все поумирали, осталось полдома. А показать сможешь поехать посмотреть? Ну надо съездить в 11-й, забрать ключи и поехать посмотреть. Поехали. Я сейчас позвоню ей. Это ты положил? Да. Там, где продается этот дом, ты давно там был? Ну да, давно. Алло. Ну вот там сегодня, там. Хорошо, спасибо. Даже верит в охуенно.
Это зал так получается, да? Ну да. Да, тут, я так понимаю, надо все выкидывать отсюда, чтобы была пустота. Если кого-то привезти людей, ну им же ж нахуй не надо это мебель, правильно? Тихо, не ругайся, мат. Ну я тебе так скажу, да, если хочешь продать, ты подготовь ее здесь. Берите территорию. Я понял, да. Да, почистите здесь. Да, да, чистите. Закрыть не едет, просто, блядь, ну, посмотреть, что... Надо, что не надо, чтобы более или менее вот мало, да. Пуще, да и все. Да они тут подогнать машину, нахуй, все. Нет. Да не ругайся, мат. Людям, да. Людям уже что-то надо. Ванна все подведена сюда, да? Туалет решили. Вода есть, ну, да? Вода, туалет, ну, как бы все есть. Ну, печное отопление. Печное, да? А здесь что, тоже комнатушка какая-то? Ой, бляха. Это вот печная стоит. Ну это печь отсюда с кухни попится. Короче, полы тут, полы севшие здесь, да? Да. Да, полы, ну тут. Инструмент, допустим, какой найдешь, там, один так красиво. Посмотришь, люди, когда приезжают, они видят чистоту, все по-другому. Газ здесь, баллон получается, газ, да? Да, ну, вода в дом тоже подведена, если ванна была, да? Да, да, вода подведена. Видишь, что можно найти. Ну, тут есть вот второй выход. Да. А вот это печное отопление. Ну, вот такой вот домик, дорогие друзья. Это вот зал. Здесь вот картина такая. Буфет. У меня в детстве тоже такой был. Сюда заходишь. Полов тоже нет. Ну вот так вот, если выходишь, то вот так. И потом вот здесь это вход, вот этот дом. Здесь я не знаю, сколько соток земли. А, еще здесь получается вот этот вот сарай, все вот это. Не хочешь в сарай залезть, посмотри. Сарай посмотри. Залезь, посмотри. Закрыт. Конечно, там, наверное... И получается, здесь еще и участок земли есть, да? Здесь этот участочек земли тоже сюда идет, это, да? Да, да, вот почему. Участок вон. Ну, тут не видно там, да, этого. Ну, сарай, блин, сносить надо. Ну, тоже там всякого добра хватает, там надо разбираться там тоже. А где тут еще? Внутри? О, здесь... Вода под низом, я пошел, он трещит. Вот эта часть, это тоже относится сюда, да? А та уже чужая, вот, да? Та уже чужая, да. Вот эта пристройка, тот зал, кухня, ванна и там прихожая. Понятно. Вот такой вот домик, дорогие друзья. Находится это в городе Слуцке. Если кого интересует, звоните, пишите. Такой вот. Там он, улица Ленина и центр. Все, спасибо этому дому, поедем мы к другому. До свидания, всего хорошего.